Новинка в нашем магазине. Новая фантазия. Робот Grip от Wow-V. Артикул у него 1554. Это достаточно необычный робот для этого производителя. Он, во-первых, небольшой. Видите, можно его на руку поставить. Сантиметров 15 только высотой. Но у него интересный функционал. Он ездит вперед-назад. Он издает звуки. Он разворачивается. Причем можно прям разворачиваться на месте. А у него есть кузов. Кузов, который устанавливается сзади. И манипуляторы спереди. Манипуляторы подвижные. Вот они, манипуляторы сами. И наконечники, которые присоединяются сюда. Манипуляторы раздвигаются и сдвигаются. Соответственно, они могут хватать груз. Вот в комплекте есть такие конусы, кубики, которые сделаны по принципу Лего. Они один в другой вставляются. Можно кое-что собрать из вот этих вот элементов. Либо переносить что-то другое. Как вот в видеоролике. Можете посмотреть внизу видео. Видно, как он даже коробку с конфетами переносит. У робота интересный пульт, такой эргономичный. Пульт с джойстиком. Пульт с джойстиком. Джойстик двигается вперед, назад, вправо, влево. И две клавиши. На этом пульт. С помощью них можно управлять роботом, можно включать освещение. Кстати, у него светятся глаза голубым светом впереди. Поэтому в темноте он выглядит особенно эффектно. Робот не на гусеницах, а на колесах. Такая имитация гусениц. Поэтому он активный, подвижный. И разворачиваться может практически на месте. Второе название робота — робот-строитель. Потому что он похож на какую-то строительную технику. Что-то между бульдозером и экскаватором. В общем, новинка интересная, новинка выглядит хорошо, сделана очень качественно. И, как мне кажется, будет прекрасным подарком, поэтому обратите внимание и посмотрите видео снизу. Ну, точнее, если вы видео-то смотрите, да, о чем я говорю. Значит, вы уже снизу и находитесь. В общем, покупайте в магазине «Новая фантазия», робот Grip, новинка Wow-V.